Два эконом-рецепта из капусты для тех, кто на диете. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, друзья. С вами Елена, рада всех приветствовать на моем канале. У меня сегодня будет очень вкусный, витаминный, диетический салатик для тех, кто следит за своей фигурой, для тех, кто не хочет толстеть, из свежей молодой капусточки и свежего зеленого пахучего укропчика. Также можно добавить сок лимона, соль и перчик по вкусу. Ну а сейчас приступаем к приготовлению. Я взяла небольшой, вот такой средненький кочан капусты. Разрезаю его на две части. Разрезаю еще раз напополам. Капусту мелко шинкуем при помощи ножа или терки, как вам будет удобно. Шинкованную капусту отправляем в глубокую салатницу. Капусту слегка подсаливаю, прям совсем-совсем слегка, и обвиваю руками. Сильно-сильно не надо обминать. Так, слегка. Слегка обмяли. Берем пучок укропа и нарезаем вместе со стебельками. Чем мельче нарежете, тем лучше. Добавляем укроп к капусте. Оставлю немного свежего укропчика и буду готовить следующее блюдо – запеканку из капусты. Не переключайтесь, будет вкусно. Осталось салат перемешать. Как я вам уже сказала в начале видео, можете добавить по желанию сок лимона. Осталось снять пробу. Что я сейчас и сделаю. Салат просто обалденнейший, вкусный. Кладезь витаминов. По желанию можете добавить 1 столовую ложку растительного масла. Я масло добавлять не буду. Салат и так очень сочный и очень вкусный. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а также включайте колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых видео. И переходите на мой канал Яндекс.Дзен, буду всем очень рада. Подписывайтесь, поддерживайте меня. Еще один вкусный рецепт – запеканка из капусты на сковороде. Получается сытно и очень вкусно. Попробуйте. Для этого мне понадобится всего лишь четвертинка капусты. Я буду готовить небольшую запеканку на небольшой сковороде. Если вы решите приготовить побольше, то, естественно, возьмите не четвертинку кочана капусты, а полкочанчика. И все ингредиенты удвоите. Капусту шинкуем мелко при помощи терки или ножа. Шинкованную капусту еще раз измельчим на небольшие кусочки. Чем мельче сможете измельчить капусту, тем будет лучше. Шинкованную капусту отправляем в мисочку. Слегка солю и обминаю. По желанию добавляем немного черного молотого перца. И еще раз хорошенько обминаем капусту. В капусту добавляем 1 куриное яйцо и 100 грамм тертого сыра на мелкой терке. Для вкуса и аромата добавляем зелень укропа. Перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку муки и перемешиваем. В разогретую сковородку добавляем растительное масло и отправляем полученную смесь. И распределяем ложкой, вилкой при помощи лопаточки в форме лепешки.
Далее прикрываем крышкой и обжариваем в течение 7 минут на среднем огне. При помощи тарелки переворачиваем запеканку. Выравниваем при помощи ложки. Прикрываем крышкой и обжариваем вторую сторону также 7 минут на небольшом огне. Готовую запеканку из капусты при помощи лопатки выкладываем на блюдо. Вы только посмотрите, какая она получилась. Румяная и вкусная. Нарезаем запеканку на порционные кусочки и подаем к столу со сметанкой. Такая запеканка вкусная и в горячем, и в холодном виде. Вы только посмотрите, какая она получилась аппетитная и очень вкусная. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых видео. Я на сегодня с вами прощаюсь. Кто кушает, всем приятного аппетита. С вами была Елена. Пока-пока. Скоро вновь увидимся. Удачи вам. Люблю вас.